Далекие и близкие события российской истории в притчевых народных картинках. В областном художественном музее новая выставка «Сим нравы утещаются». В нескольких залах 80 произведений, 60 народных картинок известного московского художника Сергея Трубникова, а также 20 полотен в жанре лубка 19 века и собственных собраний музея. Такая коллаборация не случайна. Работа современного мастера сохраняет традиции русской народной картинки, а сама форма позволяет через притчевость показать быстротечность человеческой жизни. А причем народная картинка никогда не умирала, никогда не исчезала. Она как-то приспосабливалась к новому времени. Например, в 19 веке художники обращались уже к профессиональной гравюре. А вот в начале 20 века, представьте себе, русско-японская война, Первая мировая война, революция, 20-е годы, да? И народная картинка получает еще одно, очередное свое рождение. Познакомиться с сюжетами про современную жизнь и рассказами о событиях былой истории можно до 25 января в Музее изобразительного искусства на Льва Толстого, 51.